дорогие. Недоброе сегодня утро. Любимый Мурманск постигла беда сегодня. Сгорел самолет в Шереметьево. Ну, в первые часы понятно, что там. Такие новости, что потом больше половины все опровергается. Конечно, никто ничего не знает пока. Я вся обревелась уже, не знаю кто. Каждый раз, когда такое случается, все время думаешь, как жалко людей. Господи. Не знаю, правда, нет, пишут, что это Аэрофлот. Сын мой все время старается брать билеты на Аэрофлот. Вот на тебе. Так страшно летаешь все время. Мне Ира прибежала сейчас с утра с вытаращенными глазами. Сгорел самолет мурманский. У меня сын с женой и с ребенком сейчас в Турции. Завтра полетят назад. Прям сразу не по себе становится. Вот все вроде головой понимаешь, что... На машинах бьются больше людей, конечно, за год, чем на самолетах. Но тут всегда прям кучей. Прям страшно представить, как они... Они же ведь на земле горели. Половину как-то спасли, а остальных нет. Ну это что, наверное, паника, давка. Как обычно случается в таких ситуациях. Это еще немного народа, еще сезон не начался, летний. Следят за самолетами, за их ремонтом, за всеми делами. Найдут какого-нибудь стрелочника, который окажется во всем виноват. А людей уже не вернешь. Прям даже не знаю, что говорить, потому что просто больно внутри. Сама в такой ситуации же была. Сейчас как представлю, в Мурманске там родители, родственники. Просто вот ужас какой-то. И страшно подумать, что могут твои знакомые оказаться в этом черном списке. Я соболезную, конечно, всем родственникам. Все равно этим не поможешь ничему.
уже опять про меня. Грустно получилось с утра. И ничего не поделаешь, жизнь, случается и такое. Ой, все равно как жалко людей. Ой. Очень хочется, чтобы таких событий в нашей жизни было просто вот меньше, меньше и меньше. Хорошо бы вообще, чтобы такое не случалось. Ну, без этого, наверное, никак. Ладно.